Короче, прошло 5, мать их, минут, загрузилась вторая карта. Эта карта нам не очень сильно понравилась. Нам на ней что-то не очень-то везло. Нас все время тут выигрывали. Опять соревновательный. Ну что ж, надеюсь, будет быстрее, чем в прошлый раз. Чем на прошлой карте. Да. Потому что вот первая 10 гигабайт видео заняла уже. И даже и это уже много на самом деле. Опять ожидание игроков, блин. Нас вообще, нас всего трое, мало совсем. Но надо, чтобы было 5. Ой, откуда? А, их 5, а нас всего 4. Нам еще один нужен. Чё-то FPS реально не хватает. Ха-ха-ха! Нашли развлечение, блин. Только вот атакуют по нам. Так, вот кто нам в футбол мешает играть? Сейчас я уложу их нафиг. Нет, не уложу. Кто в футбол нам мешает играть, я сказал. Из-за ВП, блин. Да блин, да они... Да блин, да надоели уже. Да блин, ну не дадут вообще ничего сделать. Ну ладно, сейчас все это дерьмо закончится. Даже вылезти не дают. Нифига себе. У врагов-то еще и награды есть. Крутые, видимо, игроки. Не сладко нам, походу, придется. Опять на этой карте нам не сладко. Да, вон, враги крутые какие-то с наградами, вон. О, нет. Что это за проклятая карта такая? Еще и девушка в команде. Что да. Может быть хуже? Ну пипец вообще, вон, как они нас разносят. Откуда меня убили, я даже не понял. Я... пельмени, да. А почему ты думаешь, что это девушка? Может, это ребенок? Что я профиль посмотрел. А, ладно. Хорошо, верю. Эх... Ну что-то нас вообще быстро разнесли сейчас. Проклятая какая-то карта. Вечно тут сильные враги нам попадаются, которые нас убивают. Ну или тупые тиммейты. И наши, да, враги. Это союзники какие-то. Не такие. О, бомба заложена, отлично. Не подпускать никого к ней. О, понабежали уже. На, зараза. Ай! Собака. Блин! Ладно, врагов всех уложили. Блин, почему? Пельмень, почему? Беги. А, почему? Бомба не врона. Как-то
Тебя стреляют, ты замедляешься, ё-моё. Фух, ну да. Фух, ну, ну ладно, хоть мы победили. Сколько я раз убил? Один всего. Камушек, блин. Ой, блин, откуда? Так, враги тут были. Разве не я его замочил? Ой, откуда? Откуда меня сейчас убили? Откуда меня, блин, сейчас убили? А, вот откуда. Они даже его не замечают сами. А этот бербик просто на месте стоит, ничего не делает. Бебрик, господи. Бебрик. Бебрик. Бобрик, блин. Ой, блин. А, очухнулся я наконец-то. Сам, когда уже не надо было. Чакс. Чакс написано. На этой карте есть одно отличнейшее место для снайпера. Но желательно к снайперу бы еще одного человека приложить, потому что сзади, чтобы не подкрались. Не пристрелили. О, сразу два врага. Так, убил одного. Сдох. Ну, хоть одного убил. Уже неплохо. Я считаю, героизм. Сдохнул, но хотя бы одного убил. Нифига, я сейчас круто разделался. Да. Вот камушек, ты девушка, говоришь, она аватарки не девушка. И что? У меня ж на аватарке девушка, я-то не девушка. Ну, кстати, но это, к сожалению, знаю только я. Хотя нет, не только... Блин! Реакции, да, не хватает. Помогите, помогите мне, помогите! Опять меня первым убили, да ё-моё. Да вы все убили, ушли-то. Как уже достали, а вечно нам на этой карте везет. Все время, сколько бы мы тут не играли, нам все время тут не везло что-то. Еще. Можно было бы кидануть. Тут не время, тяни время, время тяни. Собака, ну ладно, мы выиграли. Умница, умница. Ценой жизни выиграли. Да. Важно лишь одно, что бы мы сделали свое дело, чем бы и кем бы ни пришлось пожертвовать. Давай, Гаврик, иди. Кто бы меня прикрыл, мою жопу? Он, я иду. Меня в прошлый раз тут вообще просто убили. О, помогите. Сделал, блин. Ну, по крайней мере, я его убил. Ценой твоей жизни. Да. Ну там еще один вон. Да я же стрельнул. Да, кстати, у меня звук был даже. У меня даже был звук, что ты стрельнул. Как так-то? Да. Чего за ерунда? Читеры, что ли?
Блин, этот безотка фист задолбал по-крупному. Да не запрыгнет, не хватит распрыжки сюда запрыгнуть. Не хватит, если присесть, хватит запрыгнуть. А, нет, все-таки спрашивай. Ну, Губрик что-то немного косует. Закладывай бомбу, правда. А, он один остался только. Ну ладно. Дверь тут открывается. Я не знал такого. Да, пока он отшивается на этом вкладе, бомбу разминируют сейчас. Так он услышит. Услышит? Он для чего взял коктейль молотого? Чтобы кинуть, если что. А, ладно, хорошо, я понял. Да все, мы победили. Ну ты все, беги, тебя сейчас пришибет. Да. Ну, а мы выигрываем пока все-таки. П-90 для ближнего боя больше подходит, а тут на дальние расстояния больше часто ориентироваться приходится. А, камушек, я думал, это этот. Посадишь Дубрик сюда, можно, стоит. Вот тут. Пошел в жопу. Спасибо. Гадкая утка. Нифига себе. Ты такой сказал, пошел в жопу, и она говорит, спасибо. Ну капец. Так, я другую пушку тебе беру. Для дальнего боя вот это больше характерно. Нифига себе, у меня денег нет. А у меня деньги есть. Но на АВП не хватит, я тебе сразу говорю. О, чего? Что? Те на тебя сейчас смотрят. А что случилось? Да этот Кедрик убил меня из-за шокера. Кедрик? Да. Да. И его исключили? Да, мы доиграем сейчас. ПБ. Сраный, блин, Кедрик. Бебрик. Как так? Я заспаунился, меня из шокера убили и все. Не, погоди. Вот когда меня убили, там было написано шокер Максимаза. То есть там ника не было. Непонятно, кто меня убил. Может, это читерство просто какое-то было. Кто это? Непонятно, короче, кто меня убил. Но как только меня убили, этот Седрик, блин. Бебрик. Ну, это, да, это я так. Пропал. Ого, у него раскраска прикольная. Вот я сейчас заспаунюсь, меня опять убьют, да? А, у нас еще и в команде меньше. А, нет, теперь. Ну теперь, наверное, не убьют, потому что. Ну да, этот. Бубрик ушел же. Бублик. Я, как всегда, один сам по себе.
Ой, блин, сюда кто-то идет. Что? Я в голову попал мне. Я что, один? А, нет, не один. Где где этот последний Чак Чарльз, блин? А, вон он. Где-то там. Где? Ай, да блин. Ой, слепошары. Слепошары, а ты его видел? Видел, конечно. Как странно, я вообще не видел. Четыре убийства всего. Убили менее этого 9. Ой, я упал. Собаки, а, задолбали. Убивать постоянно. Так. Впереди, по-моему, был кто-то. Че, уже поубивали, что ли, почти все? Посмотри по карте. Я вообще не слышу, что она говорит, если честно. Непонятно. Вот, на карте. На карте? Чего на карте? А ты что, не видишь, что ли? Максимат. Чего? Прикрывай, я смотрю туда. А, вон он. Ёпа. Ай, с такого расстояния убивает. Да нифига себе, он сколько... Он сразу троих убил. Ну не сразу, а подряд. Быстро очень. Он не на первом месте ли случайно? А, теперь еще и на первом месте он. Чак Чарльз, блин. Не, на этой карте P90 не очень-то эффективен. Максимат, опа, снизу. Я вижу. Да, блин, Максимат, зачем ты прыгнул? Я убил их обоих. Так что не волнуйся, не паникуй. О, боже мой. Смешно получилось, если честно. Гасик мимо как будто. Во! Респект. Ничего, я зато двоих уложил сразу. Так что не зря я спрыгнул. Ты прыгнул зря. А не спрыгнул. Прыгнул. Ну и чё, я же убил двоих там. Опа. Пидор. Убивай его. Только нафига ты матернулся-то сейчас? Не матернулся. Ну ты на П что-то сказал там. Хорю. Ну на записи же есть. Ты не договорил. Помятая машина. Блин, не, пока я смотрю на машины, меня убить могут, нет. Где последняя? Да блин, это Чак Чарльз опять, блин. Ой.
Че не убивай? Да бесит он уже вообще просто. По черному. Уютная, между прочим, комната здесь. О, да. Место. Я пойду на место для снайпера. Правда, вот. Надеюсь, сзади ко мне никто не подойдет. А ведь могут. Никто не выходит, блин. Минус 71, муха. Да блин, что сюда никто не идет, что ли? Максимат, за сюда, скорее! Чё ты там топчешься? Уже все давно знают, что все на точке А. Я место для снайпера за... А, ну да все я, да все это конец. Я не убью их троих. Да все, мы тут опять проиграли. Писячий это просто. Чак Чарльз этот задолбал. Чакс, блин. X Chakx. Если бы произносить смешно, звучит на самом деле. О, что-то незнакомое немного места. Опять все не там, где я. Да, походу, заходи. Ой, как же это все бесит. О, на зараза. Блин, там еще один был, я его не видел. Чикс. Чикса, да. Я его убил. А. Ты убил. Икс, сейчас икс. Нифига себе, неожиданно. Неважно, ты Чикса, а может пацан. Мы все покупаем в ломбарде Титан. Ой! А где он был-то? Я же смотрел. Откуда он вылез-то? Зара. Между прочим, так зовут маму моей собаки. Тварь, Чакс этот, надоел мне уже. Опять икс, сейчас икс остался. Ты сейчас всех убьет. Конечно, и это тоже сейчас убьет. Бизотика вообще откатился. Ты чё дуешь микрофон там, блин? Там поезд едет, оказывается, нифига. Икс, сейчас икс, блин! Кто бы сомневался. Уже, кстати, прошло больше часа после антибиотика. Нормально себя чувствую. Ну что ж, это прекрасно. Ну что ж, на сегодня все. С вас, лайкос, подписывайтесь на нас. Эпичные видосы, подписывайтесь на мой стримский канал. Вступайте в группу ВКонтакте на Яндекс.Дзен. Подписывайтесь на Чоха Чо Товара Чо ТВ. Подписывайтесь. И всем пока. Пока, да.